Панкейки – традиционная американская выпечка, имеющая очень много общего с нашими оладьями и блинами. Готовится просто и быстро, является отличным сытным завтраком или полдником. Панкейки готовят на молоке, кефире, простокваше с тыквой, яблоками, творогом. Но можно их сделать и на воде. При этом они получаются такими же нежными, пышными и вкусными. Блюдо это появилось в наших широтах сравнительно недавно, но уже успело завоевать популярность благодаря тому, что готовится просто и быстро. При этом сытное, вкусное и дешевое. Вода – 150 мл. Яйцо куриное – 1 штука. Сахар – 3 чайных ложки. Соль – 2 щепотки. Мука пшеничная – 150 грамм. Разрыхлитель теста – 0,5 чайных ложки. Растительное масло – 2 столовые ложки. Количество порций – 2. Подготовьте продукты для приготовления панкейков. В миску разбейте куриное яйцо. Взбейте яйцо венчиком. Влейте воду и опять взбейте. Всыпьте просеянную муку, соль, сахар, разрыхлитель и опять хорошо перемешайте все ингредиенты. Влейте любое растительное масло. У меня подсолнечное рафинированное. И еще раз перемешайте тесто. Оно готово к работе. По консистенции как тесто для оладий. Хорошо разогрейте сковороду. Смазывать маслом не нужно. В центр сковороды выложите 3 столовые ложки теста. Пеките панкейк с одной стороны, пока верх не станет матовым. Затем переверните и пеките с другой стороны. Готовые панкейки сложите стопкой на тарелке. Панкейки без молока готовы. Подавайте с медом, вареньем, сметаной,